На итоговое заседание рабочей группы по погашению налоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской области в администрацию округа были приглашены 24 должника. 10 из них к этому дню уже успели погасить имеющийся долг частично или в полном объеме на сумму почти 3 миллиона рублей. Среди приглашенных, как обычно, были и юридические, и физические лица. Некоторые пришли на заседание повторно, поэтому их аргументы не звучат убедительно. ОМС, мы там надеемся получить хорошие. Нет, а вы знаете, вы можете надеяться, что хотите. Вы, пожалуйста, кредитуйтесь, надеетесь и так далее. Вы просто нам заплатите налоги. Это ваша обязанность платить налоги. Члены комиссии, руководители финансового блока муниципалитета, сотрудники налоговых и контрольно-ревизионных органов, представители территориальных управлений выслушали каждого и напомнили им о сроках погашения задолженности. Для всех они одинаковы – до 15 января. Подводя итоги года, Людмила Тарасова отметила, что в 2019 году на заседаниях рабочей группы было рассмотрено 147 должников. В результате такой масштабной работы удалось погасить и урегулировать задолженности в бюджеты всех уровней на сумму более 260 миллионов рублей. Эта работа чрезвычайно важна. Мы в ней видим, конечно, большой эффект, но нам хотелось бы все-таки, чтобы эффект этот был больше и чтобы у нас задолженность не увеличивалась хотя бы по тем, по которых мы уже приглашаем, чтобы они понимали значимость уплаты налогов в бюджет. Члены комиссии сошлись на том, что в работе с должниками самую активную позицию должны занимать сотрудники территориальных управлений. Тогда и поводов для таких неприятных встреч будет гораздо меньше. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».